Всем привет! Смотрите, что я нашла. Южный берег Единичка. Это вообще из старых-старых моих запасов. Знаете, какая красота. Какая она ребристая. Сколько слоев. Будьте здоровы! Сейчас я буду замачивать в пасту. Помою, почищу. Ну, а такие куски долго будут растворяться, потому что они очень-очень толстые. Вот, видите, какие толстые в пасте вся. Ну, посмотрим. Сейчас я ее замочу. И не знаю, если успеет она раствориться. Я планирую сегодня эфир. Но эфир, наверное, будет часов 10. Угу. Увидимся. Вот я ее промыла, то есть паста уже начинает выходить наружу, растворяться. Смотрите, вот видите, она уже начала потихонечку растворяться. Это по-любому южный берег один. Я южный берег разбавляю, точнее добавляю в него горячую воду. Если вы южный берег наносите как косметическое средство, делайте маски, то горячей водой заливать нельзя, потому что будут свойства теряться. Мы заливаем, я заливаю всегда немножко. Так, видео оборвалось. Будут теряться полезные свойства. Значит, что я заливаю именно вот в таком виде у меня сейчас все. И глина находится не вся в воде, то есть она не вся находится в воде. О, блин, смотрите, какая паста. Какая паста, ё-моё. Вот, и жду. Как только... давно я ее уже берег один не лопала. Какая она вкусная для меня. И ждем. Как только глина будет впитывать всю воду, мы просто добавляем и уже смотрим по консистенции. Вот такие дела. Увидимся. Ну, как мы видим, вода впитывается, точнее, уже практически впиталась. Глинка внизу растворяется, но достаточно еще твердая и будет долго растворяться. Так что в эфире не получится похрумкать. Надо еще долить воды, что мы и сделаем. Добавляю еще воды побольше. И будем ждать. Завтра утром покажу. Смотрите, какая она пупырчатая. Вот так она растет.
я пришла домой, смотрите, какая паста из Южного берега. Воду она всю впитала. Посмотрите, какая жирнючая. Но она очень жирная, очень плотная. Я еще буду добавлять на водичку, потому что такую плотную я не очень люблю.